Вот, княжна милая, я вам привез мою пекунью. Я много слышала вас, я очень-очень. Уж как я рад, что вы познакомитесь. Ежели позволите, княжна, на четверть часика подкинуть вам мою Наташу, я оставил бы вас останках просимого съездил и тот час бы вернулся. Просто боится встречи с старым князем. Я очень рада, и только прошу вас подольше задержаться. Прошу вас. О чем не говорить теперь с этой нарядной легкомысленной особой? Скажите, вы любите Москву? Очень мне тяжело эта шумная жизнь, только не здоровье моему отцу могло заставить нас сюда приехать. Но, боюсь, ему здесь будет только хуже от споров о Бонапарте. Отца выводит из себя, что он ведет дело как с равным, с нашим государем, внуком великой Екатерины. Неужели снова боится? Нашелся только полководец, как Суворов, и корсиканскому чудовищу не перейти границы русской. Взгляните, вот миниатюра моего отца. Все мне, князь Андрей, первая начать говорить о нем. Вот мой отец. Ну, сударыня, графиня, графиня Ростова, коли я не ошибаюсь, прошу простить, не знал, сударыня, вот видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. Должен и зашел в таком костюме. Извинить прошу, сударыня, графиня. Родство хорошее, ах, умные люди, ах, богатые, знатные. Пускай же, пусть женится, пусть сам по себе живет. Может, Марья, и ты к нему переедешь с Богом. По морозцу, по морозцу, по морозцу! Я вот на бурьенке женюсь, на гувернантке даст. Ах, зачем он так? Ах, зачем он портит свою душу, свою вечную? Дай хоть немножко побеседовать с княжной. Thank you.
говорить об этом браке. Но какие бы ни были мои чувства, я должна любить ту, которая выбрана братом. Знаете, я рада, что брат нашел счастье.